В день, когда Ленинский район отмечал свой юбилей, звуки праздника можно было услышать в разных точках муниципалитета. Для детей были организованы тематические игровые площадки, на которых каждый юный житель мог от души повеселиться. Наш мобильный репортер побывал на улице Фокина, что в микрорайоне Новостройки. Большая команда клоунов в разноцветных костюмах зазывала местную ребятню принять участие в играх и веселых развлечениях. Музыка! Музыка! Полетели! Игровой бум, а именно так называлось это праздничное мероприятие, собрал более 300 жителей, взрослых и детей. Все вместе они отметили юбилейный день рождения Ленинского района. Танцевали, пели, в общем, веселились от души.